Вітаємо вас в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. Наразі поговоримо про таке. У Дніпрі починають будівництво нової станції метрополітену «Музейна». Власне, про це поговоримо з Артемом Костюком, прес-аташе будівництва нових станцій підземки у Дніпрі. Артем, вітаю вас. Вітаю. Ну що, почнемо все ж з нашого анонсу, так, з станції «Музейна». На якій вона наразі стадія, що там відбувається? Это уже, напомню, вторая станция, которая начинает строиться в Днепре. Первая – это театральная, она уже построена практически наполовину. И вот сейчас, буквально две недели назад, ну, может быть, три, началось уже строительство станции музейной со стороны ствола 16 БИС. Я напомню, что ствол 16 БИС, он находится в районе танка. То есть оттуда уже строители зашли на территорию станции с восточной стороны и сейчас идут на уровне блока технических помещений. То есть самого центрального зала станции еще пока что нет. Пока что они сейчас идут на территории, вот именно где будут технические помещения. А со стороны 15 БИС, это ствол, который напротив атриума, там тоже уже вплотную подходят к станции. И буквально через месяц-два, я думаю, уже начнут заходить на территорию станции с западной стороны. То есть 16 БИС и 15 БИС будут строить станцию с двух сторон. Но только 15 БИС уже будет строить центральный зал. А коли приблизно ці стволи, так, там, де музейна і біля атріуму приблизно, коли вони з'єднаються? Вони з'єднаються, ну, точно дату я вам, звісно, не скажу, тому що там много... зависит от многих факторов, но думаю, что где-то месяцев через 4-5 они на территории самой станции уже произведут сбойку. Может быть, быстрее, потому что темп он разный. И я же повторюсь, что скорость проходки зависит от многих факторов. Тобто, я правильно розумію, одночасно йде вже обробка стін технічних приміщень на станції музейна, і одночасно йде процес буріння, буропідровні роботи. Строителі підходять зі сторони 15 БІС к станції вплотную, а зі сторони 16 БІС почався саме перший етап розробки. Тобто ми зараз не можемо бачити очертання станції, це поки що тільки перший пілот-тоннель, перший такий зародиш, скажімо так. Спочатку строїться звичайний тоннель, потім вони розширяються, потім строїться по центру тоннеля, це буде станція не така, як... театральная у нас односводчатая, это будет пилонная станция, то есть это будет как вот похоже на вокзальную. Вокзальная там центральный зал и будут боковые платформы, то есть они чем-то многим схожи. То есть и строительство станции идет опять же вот несколькими этапами. Вот сейчас начался как раз только самый первый этап строительства именно пилот-тоннель, потом уже будет внутренняя часть строиться, потом это все будет соединяться, то есть ну там будет около 5 или 6 этапов строительства. Де приблизно буде вхід в станцію музейна? Ми розуміємо, що район там. В районі школи 23, там, кажуть, 23 школа. І напроти, на другій стороні, теж має бути вихід із станції. Ну, об цьому поки що зараз рано говорити, це вже потрібно утвердити проєкт Захі Хадід. Вот, но я знаю, что танк будет, насколько я знаю, переноситься в другое место, ближе к памятнику славы. То есть на месте танка тоже должен быть выход. И еще станция музейная, она как бы состоит из подземной части платформенной и верхней части, это вестибюли. То есть сейчас вот именно сам котлован вестибюля, он уже закончен практически на 100%. То есть они уже ожидают, строители, пока начнется уже строительство нижней части, и тогда оттуда снизу пойдет уже наклонный ход, и он соединится уже с верхним вестибюлем, с котлованом. Наскільки складне будівництво саме цієї станції? Зараз кажу про породи, чи вони тверді, чи там більше все ж буріння, вдалий спосіб проходки тунелей цих? Ну, там у нас условия проходки, в общем-то, везде одинаково, везде очень твердый гранит, везде он очень водонасыщенный, там довольно много, большой водоприток. Ну, в общем-то, строители с этим справляются, временное крепление частично закрывает большой водоприток, поэтому спокойно себе идут, ну, пока что им ничего не мешает. Но я надеюсь, что в дальнейшем не будет никаких форс-мажоров, и строители спокойно будут таким же темпом, может быть, большим, проходить дальше и станцию, и перегонные тоннели.
Тобто складність така ж, в принципі, як на театральній? Все, да, практически одинаковое, да. То есть единственное, что она глубже. Станция музейная, она находится на глубине 72 метров. Бо вона на гірці. Ну, там идет гора, да. То есть, учитывая максимальный уклон, который можно делать в перегонных тоннелях, станция музейная будет именно 72 метра. Хотя соседний ствол на глубине 76 метров. Это очень глубокий на самом деле показатель. Мы почти догоняем арсенальную в Киеве, она 90 или 100 с чем-то метров. Это самая глубокая в мире, но у нас тоже, в общем-то, глубоко. А что до театральной станции? Какая там на разе ситуация? Сейчас там, конечно, очень серьезный объем уже выработок. Практически на 45% разработан именно центральный зал, платформенная часть. Сейчас также уже я был неделю назад буквально на месте и увидел, что станция соединилась, произошла сбойка с перегонными тоннелями уже. Ну и одновременно ее проходят в сторону уже центра, там идет уже, получается, блок технических помещений. То есть станционный комплекс состоит из центрального зала, там, где платформенная часть, где люди садятся на поезда, и технические помещения. То есть это примерно одинаковые по объему части, но пассажир просто не видит тот блок технических помещений. Но сейчас вот как раз продолжают строительство именно этого блока. Но впечатляющее, значит, на самом деле зрелище. Я постоянно туда спускаюсь, конечно, вижу этот объем. Эта станция как раз она будет похожа на станцию метростроителей, на заводскую, то какая вот у нас сейчас действующая метрополитен, это именно односводчатая станция, и сейчас очень четко просматривается уже этот вот свод, и прогресс там, конечно, сумасшедший. Але модернизована. И одновременно там сейчас проходит строительство наклонного хода эскалаторного. Снизу строители идут наклонный ход, он сейчас построен примерно на 30%, ну и скоро он соединится уже с поверхностью, с верхним вестибюлем. И я думаю, что в течение полугода это произойдет. Що ж, будемо чекати. А що до обробки стін? Чи вони вже почали оброблятися тим самим фінішним фактично бетоном? І яка там товщина, якщо вам відомо? Так, зараз якраз відбувається тестовий монтаж постійного укріплення. А що означає тестовий? Ну, то есть первые метры, они как бы тестируются. То есть был у нас, значит, случай, что сделали этот вот пилотные метры тоннеля, посмотрели, как оно все там, ну, получилось. И первый раз Лимак увидел, что не очень хорошо получилось, и просто демонтировал это крепление. Сейчас он уже учел все свои возможные ошибки и сделал все это намного более качественно. И сейчас вот мне еще пока что не сообщили, пока фотографии не прислали, но вроде бы должны были уже сделать пилотные 25 метров тоннеля вот именно уже готового, то есть с постоянным креплением. Постоянное крепление – это, значит, временное крепление, которое сейчас в тоннелях, там на брызг-бетон, таргетирование, то есть там небольшой слой 5 сантиметров. Потом дальше идет гидролизационная мембрана, это где-то миллиметра полтора, наверное, такая очень плотная резина. Дальше еще идет геотекстиль, арматура, и потом уже 45 сантиметров очень качественного бетона. И в итоге это будет тоннель, просто такой монолит, полностью залит бетоном. И сейчас вот я жду, не дождусь фотографию, посмотреть или лично самому увидеть первые метры уже готового тоннеля. То есть сейчас вот как бы прогресс большой, тоннели строятся, но они еще не готовы, они построены, пройдены, но не готовы уже не в том виде, в котором их будут сдавать. А вот сейчас вот будут первые метры в том виде, в котором, по сути, их уже будут сдавать в эксплуатацию. Чи відомо, який буде кінцевий матеріал обробки цих тунелей? Яка це буде взагалі? Чи це теж буде бетон, чи просто шпакльовка? Ні, це буде голий бетон. В общем, я ж говорю, що він дуже високого качества. Мені строители сказали, що це найкращий бетон, який тільки є. Найкрепкий. Він витримує там в районі 55 мегапаскалей. А допустимые нагрузки в таких случаях, там, по-моему, кажется, 40 или 45. То есть он превышает допустимые нагрузки, и поэтому тут в плане водопритока и в плане качества работ можно не сомневаться, туннели будут красивые, чистые, сухие и светлые. Чи успешно проходят подрывные работы, как часто?
Вибухи, фактично. Так, да, взрыви примерно на 15 біс, там 3-4 рази в день буває даже. Происходит. Там 4 забоя идут, и в принципе там 4 раза в день. На 16 бис, этот, который возле танка, там тоже по 2 взрыва в день. Ну и на первом стволе, где сейчас строится театральная, тоже около 2-3 взрывов в день именно на проходке станции театральная. Ну и самое, конечно, интересное, это ствол 13. Так, самый складный, ты правильно? Да, самый сложный ствол. Его полгода назад возобновили проходку, потому что там были очень-очень твердые грунты, гранит, и проходить его механическим способом не представлялось возможным. Поэтому пришлось применять взрывной способ, а учитывая то, где он находится, это плотная историческая застройка, там нужно было очень аккуратно и очень сложно было получить разрешение. Ну вот полгода назад строители разрешение получили, и очень медленно, потихонечку, очень малым зарядом, чтобы была минимальная вибрация, они там буквально сантиметрами, но шли-шли. Сейчас вот как раз неделю назад строители дошли до проектной отметки, и теперь они от ствола будут проходить уже непосредственно перегонные тоннели, и это уже дополнительный темп будет, дополнительные погонные метры проходки, то есть показатель вскоре увеличится, ну, как минимум вдвое. Чему тут питание? А вот этот самый сложный ствол, это между музейной и... Это напротив горсовета, это ствол номер 13, да, то есть там все стволы, кроме 15 бис, это тот, который я буду ориентировать возле атриума, и все шли механическим способом, то есть это экскаватор, это гидромолот, разбивали по щепкам буквально этот гранит, но в принципе он более-менее поддавался, то есть все стволы прошли механически, а вот 13-й, его просто невозможно. Там такой твердости гранит был, что его механическим способом пройти было невозможно. Поэтому пришлось взрывать, и там на четверть контура сначала буквально закладывали взрывчатку, там по 20 килограмм, это вообще минимум. Но хотя бы так, нужно было хоть так медленно, но проходить. И по мере углубления ствола количество взрывчатки заряда увеличивалось, и, соответственно, проходка ускорялась. Да. Это уже одна сплошная линия, это пунктир, сколько отрезков, на сколько процентов уже? Ну, в процентном соотношении я вам сейчас... Они в обе стороны идут? Там, смотрите, да? Вся трасса тоннеля — это 4 километра. То есть это строители не идут из точки А в точку Б. Они по всей трассе сделали 4 новых ствола. И напротив, друг другу, да, и друг другу они просто идут. И потом будут происходить сбойки. Вот, например, 15 бис идут в две стороны, то есть в 4 забоя. А 16 бис, он идет в одну сторону, потому что там дальше уже тупик, там некуда идти. В одну сторону, в два забоя. А 13 будет тоже, сейчас они спустились, разойдутся в стороны, будут тоже в 4 забоя идти. Ну и первый ствол, там сейчас станция проходит, то есть это не перегонный тоннель, это именно разработка самой станции. Еще один вопрос, да. Вот вы говорили, что вам пришлют уже забетонированного так, как надо. Это где? Это точка вот на поверхности? Да, я сейчас ориентирую, это четко под магазином «Тысяча мелочей». Там было. Фотографию пришлите нам как-то. А у меня это все, я это либо в Facebook, либо у меня телеграм-канал есть. Это у меня. Будет. Я не знаю, когда это будет. Да. Это все должно еще взяться. То есть там сейчас стоит опалубка. Сейчас, может быть, пока что нечего фотографировать. Бетон должен взяться, потом опалубка сдвинется в другое место, тогда уже как бы откроется сам фасад, скажем, этого тоннеля. Но это будут красивые тоннели. Бескидский тоннель в Западной Украине строили совершенно таким же самым способом. Только он двухпутный, а у нас будут однопутные тоннели. Это очень красиво. Как, собственно, красиво выглядят тоннели сейчас и с временной обделкой. Поэтому будем ждать, будем смотреть. Темп очень радует. Ще питання. До речі, от заговорили за візуальну частину. Якийсь архітектурний стиль єдиний є у нових станцій метро? Ну, Zaha Hadid, да, вони в своєму стилі розробили візуалізацію станцій. Есть уже внешний вид станции театральная и есть внешний вид станции пилонного типа. То есть у нас центральная и музейная будут одинаковые совершенно станции по типу пилонные. Угу. Вот. А как они будут выглядеть? Вот есть визуализация одного из вариантов одной из станций. То есть я так понимаю, что в дальнейшем уже ближе к
открытию, ну, мы будем видеть уже еще дополнительные рендеры, точные там станции центральная и театральная, и тогда уже будем знать точно. Ну и выходы, я так понимаю, что тоже есть какой-то определенный стиль, ракушка, но я не уверен, что они будут все одинаковые в виде ракушки, просто как-то будут виды изменяться. Я так понял, что ракушка, она подвязана под парк Глобы, под театр летний там ракушка, то есть, видимо, есть какая-то отсылка к этой местности. Может быть, музейная будет, ну, не обязательно такой же, как вот рисуют в этих рендерах, которые мы все видели. Ну, це не остаточна. Общая концепция, да, приблизительна концепция, рабочий, скажем, попередня. Вариант, да, ну, в каком направлении сейчас двигаться архитектурному бюро, и вот сейчас это все вроде бы как согласовывается, и процесс в этом направлении тоже идет. Чи можемо говорити про терміни, про виїзний прогноз? Ну, смотрите, я же говорю, что строительство метро – это очень сложный процесс, который зависит от многих факторов. То есть у нас еще есть контролирующая компания, которая может остановить процесс, если, например, на поверхности в одном из домов будет какой-нибудь аварийный балкон даже, понимаете? До речі, обласне управління Держпраці призупиняло, фактично призупиняло саме підривні роботи, саме вибухи. Так, ми всі пам'ятаємо, скільки приблизно рік, да, більше року. Більше года, да, це все остановилось. І там я просто хорошо пам'ятаю, як тунелі проходили гідромол, там по 1,5-2 метра в неділю. Для сравнення, зараз це, ну, 20 метров в одном забое. То есть, например, тот же 15 бис, там темп достигал 110 метров в неделю. Это только один ствол из четырех. Представляете, если подключить сейчас еще 13-й ствол, 16 бис идет тоже в темпом по 50 метров в неделю. То есть, ну, по 200 метров в неделю, это такого не было даже в советское время. Поэтому, если учитывать такой темп, если будет все хорошо, то к декабрю 2024 года, это предварительная дата, контракт продлили до этого года, то вполне все реально. То есть даже если смотреть на темп, я думаю, что через года полтора уже будет полностью пройдены все 8 километров в однопутном отчислении тоннелей и построены все станции. Дальше уже будет постоянная отделка тоннелей, станций, проводить коммуникации, оборудование и так далее. И сколько вот, в принципе, я думаю, что все идет по плану, и они уложатся. Чи задоволені підрядником, Лімаком? Да. Я даже, в какой степени горжусь вообще, что к нам в город зашел такой гигант мировой, Лимак, который строил такие проекты серьезные в мире. И плюс нагадайте, еще... які проекти? Я так розумію, саме турецьке метро, так? Самый большой в мире аэропорт в Стамбуле. Мост сейчас строится. Михаил Александрович Лысенко показывал, недавно был на инспекции. Там тоже там чуть ли не самый большой в Европе. Кале, кажется, я честно говоря, турецкие названия не сильно помню. Плотины, там лидеры тоже, там второе или третье место в мире по величине. То есть еще один аэропорт в Арабских Эмиратах, кажется. Ну, извините, название этих проектов не помню. Но проекты очень серьезные. Метрополитен тот же в Анкаре, линия из 9 станций. Ну и плюс Лимак, ну, подключил к процессу бюро Заха Хадид, это тоже мировой бренд. То есть, я говорю, сам факт появления таких серьезных компаний у нас, не говоря уже о городе, в стране, это очень хороший знак. Поэтому тут нужно гордиться тем, что у нас работают такие компании, и полностью содействовать им, чтобы они полностью завершили проект, и в дальнейшем наше метро будет полноценным туристическим объектом, я более чем уверен. Как бы еще Лімак взялися за аэропорт Дніпра, який Лімак, на жаль. Ну, турецкая компания другая, она взялась, насколько я знаю, сейчас строит аэропорт, поэтому у нас будет аэропорт, у нас будет метро, и у нас будет все хорошо в городе. Чи будуть ще питання? Наразі питань немає. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Нагадую, що в наших гостях був Артем Костюк, прес-аташе будівництва нових станцій підземку у Дніпрі. Говорили про початок будівництва нової станції метрополітену Музейна. Також нагадую, що якщо ви хочете долучитися до наших обговорень, наших прес-конференцій, запропонувати важливі для вас теми або написати нам питання, так, з приводу прес-конференції,
знаходьте у соціальних мережах дописи прес-центру та прямо у коментарях пишіть свої побажання. Ми обов'язково їх побачимо та запитаємо у спікерів все, що вас цікавить. З вами була Анна Храпунчук. До побачення.